За перевод стрелок депутаты КСС проголосовали единогласно. Когда наша разница с Москвой увеличится на час? Перевод Алтайского края в пятую часовую зону UTC плюс 6, который был осуществлен в октябре 2014 года. Барнаульские реки и озера заполонили рыбаки. Чем опасен ноябрьский лед? Ходишь по льду, прогибается, а держать хорошо держит. Любопытные факты из жизни нашего знаменитого земляка Михаила Калашникова в новой книге. Сегодня состоялась ее презентация. Благодаря этой книге я буду уверена, что я узнаю его лучше. Канал «Город» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Воздержаться от автомобильных поездок за город советуют сотрудники краевого МЧС. В ближайшие дни обстановка на дорогах будет небезопасной. Осадки и нестабильный температурный режим делают отдельные участки дорог похожими на каток. Между тем, междугороднее автобусное сообщение, прерванное накануне из-за штормового предупреждения, восстановлено. Однако некоторые автобусы до сих пор не вернулись на Барнаульский автовокзал, так что ряд рейсов по-прежнему сняты с маршрутов. Пассажирам рекомендуют обращаться за дополнительной информации по справочным телефонам вокзала. Что же касается аварийной обстановки на дорогах, то в Барнаульском ГИБДД не зафиксировали резкого всплеска ДТП. Накануне было зарегистрировано 45 происшествий. На 15 часов сегодняшнего дня 16 ДТП. По словам полицейских, это нормальный среднесуточный показатель. На ближайшие дни Алтайский гидрометцентр прогнозирует осадки, небольшое понижение температуры, местами туман, метель и гололед. Алтайский край перейдет на 4-часовую разницу с Москвой. Консультации и обсуждение этого вопроса шли около полугода. И сегодня депутаты Заксобрания региона единогласно проголосовали за смену часового пояса. Но когда именно ждать перевода стрелок и что может помешать вступлению в силу инициативы алтайских парламентариев, разбирался Василий Морозов. Вопрос о переходе Алтайского края на 4-часовую разницу с Москвой изначально в повестке сессии Заксобрания не значился. В план его внесли накануне. Пройти все этапы по превращению местной инициативы в федеральный закон нужно было как можно быстрее. Если переводить стрелки, то в марте 2016-го, когда вступит в силу летнее время. А впереди еще согласование предложения в правительстве. Перевод Алтайского края в пятую часовую зону UTC плюс 6 – который был осуществлен в октябре 2014 года в связи с установлением зимнего времени, негативно отразился на большинстве жителей региона, которым еще не доводилось жить летом при зимнем времени. Рассвет в 3 часа ночи, закат около 8 вечера. В результате световой день короче, производительность труда у людей ниже. Предложение алтайских ученых по переходу края в другой часовой пояс начали обсуждать в июне. В августе парламентарии направили инициативу в соседние регионы, чтобы идея на федеральный уровень вышла уже коллективной. Спустя почти полгода консультаций, опросов и обсуждений алтайские депутаты наконец вынесли вопрос на сессию. Как итог, за перевод стрелок проголосовали все 66 избранников. Сложно всех людей вогнать в одно русло, но вот сегодня мы пришли к консолидированному решению, что надо переходить в 6-часовую зону, это будет польза для подавляющего большинства жителей. Теперь инициативу алтайских парламентариев должны одобрить в правительстве, после чего в федеральный закон внесут изменения. Правда, еще не ясно, все ли желающие сибирские регионы переведут стрелки в марте. Заксобрание Новосибирской и Томской областей пока еще вопрос на сессии не выносили. Дожидаться там Новосибирск, если у них какие-то есть проблемы, или в Томске, я считаю, нецелесообразно. Поэтому, чтобы успеть, а переводить стрелки будут, значит, в марте месяце, чтобы успеть до марта месяца принять данный законопроект, лучше сейчас целесообразно направлять уже только решение Алтайского заксобрания. Депутаты считают, что на федеральном уровне предложение нашего региона поддержат. Если так, то уже 13 марта 2016 года время в Алтайском крае будет опережать московское на 4 часа. Василий Морозов, Александр Морозов, информационный канал «Город». Продажа туристических путевок в Турцию прекратилась с сегодняшнего дня в Алтайском крае. Таким образом, региональная ассоциация туризма выполняет рекомендацию вышестоящих инстанций. Продажу путевок на популярные направления рекомендовал приостановить Ростуризм. Причем касается это как прямых туров, так и вылетов через третьи страны. Ведомстве отмечают, что эта мера необходима из соображений безопасности, так как уровень террористической угрозы в Турции сейчас не меньше, чем в Египте. Если же договор с туроператором уже заключен, турист
туристу будут возвращены деньги. В региональной ассоциации туризма отмечают, что ситуация вряд ли скажется на настроениях наших путешественников. Сезон завершился, и спрос на Турцию среди сибиряков упал еще в октябре. В качестве альтернативы алтайские турагентства предлагают не менее популярные направления в Таиланд, Вьетнам и Камбоджу. Есть турпродукт, то есть это сформирована перевозка и размещение. А есть, например, билеты на регулярные рейсы. Здесь, если человек хочет приобрести билеты на турецкие авиалинии с вылетом из Новосибирска в Стамбул, наверное, в этой ситуации как-то сложно запретить сделать это человеку, если он летит туда на свой страх и риск. Не спит. Более того, его адепты живут среди нас. Федеральная служба по финансовому мониторингу обновила список организаций физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Результат получился довольно любопытным. Согласно данным, в списке террористов и экстремистов оказались 4500 граждан России и 64 организации. 159 террористов – жители Сибири. 26 из них обнаружены в Алтайском крае. 17 человек, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, проживают в Барнауле, двое в Бийске, остальные в районах края. Силовые ведомства, непосредственно ответственные за мониторинг, отслеживание и поимку террористов, комментировать ситуацию не стали, сославшись на негласный приказ сверху. Не привлекать лишний раз общественное внимание к этой проблеме в связи с последними событиями в Европе и на Ближнем Востоке. О бюджете региона на предстоящий год, о запрете на торговлю алкоголем в жилых домах говорили сегодня на сессии краевого заксобрания. Как принимали финансовые планы и почему избранники решили не спешить закрывать магазины, продающие спиртное по ночам? В репортаже Василия Морозова. В 2016 году Алтайский край планирует получить больше доходов, чем в 2015, правда, лишь на 1%. Расходы вырастут почти на 3%, дефицит максимально возможный – около 4 миллиардов. В первом чтении закона о краевом бюджете на предстоящий год нужно было утвердить именно эти основные параметры. Уменьшится финансирование некоторых отраслей. Например, здравоохранение недополучит 150 миллионов, образование 90, но на социальную политику в целом направят больше прошлогоднего. Эксперты высказывают беспокойство по поводу показателей, но в целом план считают реальным. Практически затрагивается 21 государственная программа, где сокращается финансирование. Естественно, подлежат корректировке показатели, целевые индикаторы, и не может не волновать вообще оценка эффективности реализации данных программ, потому что, естественно, показатели будут скорректированы, скорее всего, в меньшую сторону. Впрочем, резервы для увеличения доходной части есть, считают специалисты. Параметры бюджета 2016 после часовых прений депутаты в итоге приняли 48 за, 17 против. В следующем чтении финплан рассмотрят более детально. А вот другой спорный вопрос с повестки сессии был снят. Андрей Щукин предложил запретить торговать алкоголем в так называемых псевдобарах. Однако коллеги депутата решили проработать вопрос более детально, чтобы запрет ударил по действительно недобросовестным бизнесменам. Мы хотим упорядочить, как раз обозначить, что такое псевдобар и что такое настоящий пункт общественного питания. Вот это два разных, потому что есть достаточно большое количество, скажем так, кафе, ресторанов, столовых, на которых жалобы не поступают, которые организовали у себя внутри работу достаточно серьезную. Возможно, этот закон рассмотрят уже в декабре. Если так, то новогодние праздники для жителей края пройдут несколько иначе. Василий Морозов, Александр Морозов, информационный канал «Город». Ну а мы продолжим. Жители края могут обратиться на круглосуточный телефон горячей линии с любым вопросом, касающимся болевого синдрома. Номер работает на базе краевого онкологического диспансера, но звонить сюда могут не только онкобольные. Подробнее расскажет Ольга Калачева в обзоре. Горячую линию в Алтайском крае открыли после принятия нашумевшего закона контр-адмирала Апанасенко, который покончил с собой из-за невозможности получить обезболивающее. Ежедневно специалисты получают до 20 звонков. Треть всех обращений из Барнаула, остальные из районов края и даже из Горно-Алтайска и Кемеровской области. Чаще всего люди просят помочь назначить грамотную противоболевую терапию, выписать рецепт или оформить льготу.
Сразу собирается информация, сразу связь с врачами налаживается. Данные пациента отслеживаются и в последующие дни, недели, месяцы. То есть на каком уровне их состояние, то есть полностью ли купирован болевой синдром. Губернатор края Александр Карлин поручил сегодня главам всех муниципалитетов провести ревизию помещений, в которых возможен учебный процесс. Это решение напрямую связано с переводом школ на односменный режим работы. Напомним, через 5 лет все школьники страны должны учиться в одну смену. Этого требуют новые федеральные стандарты. К слову, в Алтайском крае сегодня в одну смену работают школы только в 34% муниципалитетов. Разработана программа строительства новых образовательных учреждений. Однако этот процесс требует времени, а условия нужны уже сейчас. Органам местного самоуправления необходимо провести ревизию имеющихся школьных площадей для их эффективного использования. Для перепрофилирования свободных площадей в учебные кабинеты, для того, чтобы использовать все имеющиеся возможности для перевода обучения в одну смену. 100 тысяч рублей получат молодые ученые за разработку инновационного проекта. Накануне в Барнауле открыли Всероссийскую научно-практическую конференцию «Студенты и аспиранты малому наукоемкому бизнесу». Ползуновские гранты – это второе название мероприятия – традиционно собирают лучших молодых ученых страны. В течение 3 дней они будут презентовать свои проекты, а после члены жюри выберут авторов 3 из них самых достойных, которые будут отмечены дополнительными денежными премиями. Между тем, 100 тысяч рублей получат все докладчики, поскольку они являются победителями Всероссийской конференции. Ольга Калачева, Алексей Фризин, информационный канал «Город». Насколько значим сегодня вклад молодых ученых Алтая в продвижение региона и легко ли талантливой молодежи заниматься научной деятельностью? Тему мы продолжим с гостем нашей студии, профессором, заведующим кафедрой философии Аграрного университета Андреем Владимировичем Ивановым. Здравствуйте. Здравствуйте. Научно-практическая конференция «Ползуновские гранты» проводится уже много лет и пользуется популярностью молодых ученых. Вот сегодня тех, кто серьезно занимается наукой в сравнении с 90-ми годами, больше или меньше? Вы знаете, точных данных, наверное, нету, но вот по моим наблюдениям, все-таки людей, которые хотят заниматься наукой, сегодня больше, чем было в 90-е годы. Есть и стимулы. Все-таки страна себя начала осознавать как великая держава, которая без великой науки существовать не может. Что касается премий для молодых, конечно, это всячески надо поддерживать. Это стимулирует молодых ученых, какие-то новые горизонты открывает. Конечно, это очень полезная вещь. Можете ли вы привести конкретные примеры воплощения проектов молодых ученых в жизнь? Вы знаете, общая статистика, что основное количество открытий совершается в возрасте от 20 до 30 лет. В этом смысле всегда ученый живет наработками юности. У нас есть очень талантливые ученые в разных сферах. Ну, например, у нас вот в Аграрном университете прекрасный ветеринар Лунева работает, защитила диссертацию, лауреат многих премий. В Политехническом университете молодые изобрели сеялку, которую сеют там, где раньше ничего нельзя было вырастить. И какой вуз не возьмите, медицинский, там, классический университет, вы обязательно найдете молодежь, которая прекрасно работает. Конечно, это наше будущее, безусловно. Вот из последних проектов, которые вы почему-то запомнили и, кажется, абсолютно необходимы Алтайскому краю. Вы знаете, вот так сразу кого-нибудь назовешь, да, и кого-нибудь обидишь. Ну, например, молодежь у нас прекрасно работала по переработке. Сейчас у нас проект, да, вот свиноводческие-то комплексы строят. А что делать с навозом этим ужасным? Так вот, у нас молодые активно участвуют в разработке технологий, которые позволяют все-таки ликвидировать и запах, и как-то использовать отходы этого производства. Так что это вот такая, если это будет внедрено, апробировано, уже тут есть положительный результат, это, конечно, великолепный прорыв. Легко ли быть молодым ученым сегодня? Ну, вы знаете, аспирант, как переводится, да? Буквально продирающийся через тернии. Пера с пера ад астра. Поэтому трудно вообще молодым ученым быть всегда. И с финансовой, и с бытовой точки зрения. Единственное, что хочется пожелать, чтобы это были трудные. И трудности должны быть. Так закаливается научный дух. Лишь бы трудности были творческого характера, а не технического, не бытового. Вот этого, конечно, хотелось бы. Чего, на ваш взгляд, не хватает нашим молодым ученым для того, чтобы их имена узнали на мировом уровне?
Ну, тут много всяких факторов. Конечно, лабораторная база нужна, это обязательно. Финансирование, возможность ездить в научные командировки. Но есть вещи, которые зависят исключительно от молодого ученого. Должна быть воля к истине, воля к науке. Нужно вставать вообще в 6 часов утра. Мой учитель мне говорил, если ты хочешь что-то добиться в науке, нужно в 6 часов утра вставать, садиться за стол и работать. Кто рано встает, тому Бог приобщает к истине. Воли к истине хочется пожелать молодым ученым. Вот эти ползуновские гранты, на ваш взгляд, действительно ли вот такая реальная поддержка молодым ученым? Ну, вы знаете, когда говорят о премиях, о грантах, всегда хочется, чтобы они были больше. Mm-hmm. Это понятно. Но в любом случае, когда молодой ученый получает награду, это колоссальный стимул. Даже дело здесь не в материальной составляющей, а в том, что его заметили, его поощрили. И, конечно, эта вещь очень важная, это нужно всячески поддерживать. Чем больше будет всяких грантов, премий и конкурсов среди молодых, тем только лучше. В вашей молодости нечто подобное было? Были, да. Ну, у нас были свои сложности. Но что касается поддержки молодых ученых, тоже было сложно. 120 рублей жил аспирант, молодой преподаватель. Правда, на эти деньги можно было кормить семью. И даже съездить один раз на конференцию. По нынешним деньгам, которые получает аспирант, этого сделать, увы, нельзя. В этом смысле, конечно, возвращаться к хорошему советскому опыту нужно. Не надо этого бояться, это нормально. Спасибо вам за эту добрую, любопытную беседу. Всего доброго. Я напоминаю, что гость нашей студии сегодня – профессор, заведующий кафедрой философии Аграрного университета Андрей Владимирович Иванов. Няней, которая избивала полуторагодовалого воспитанника, заинтересовались краевые следователи. Поводом для проверки послужила видеозапись. Камеру наблюдения в квартире установили родители малыша, заподозрив женщину в жестокости. Правоохранители отсмотрели несколько часов материала и возбудили уголовное дело. Дома мучительница измывалась над малышом длительное время. Так за то, что ребенок долго одевался на прогулку, била его по лицу. В другой раз силой бросила на диван. Родители обратили внимание на странное поведение сына. Он стал бояться оставаться с няней. Все сомнения у взрослых отпали после того, как на теле ребенка появились ссадины и синяки. Однако Ирина Дудник объяснила это гиперактивностью малыша. Стоит отметить, сиделку супруги нашли через профессиональное агентство. В их семье она проработала около года. Сейчас следователи выясняют все подробности инцидента. Кроме того, в рамках уголовного дела предстоит выявить иные возможные факты жестокого обращения женщины с ребенком. И в случае установления и доказывания данных фактов действия женщины будут квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса. Расследование уголовного дела продолжается. Еще не все водоемы затянул лед, а рыбаки уже закинули свои снасти. Любители зимней рыбалки буквально оккупировали барнаульские реки и озера. Наш корреспондент Алексей Янкин сегодня выяснял, безопасно ли сейчас выходить на лед и что манит рыбаков взяться за удочку. Лед еще не везде покрыл могучую сибирскую реку. Рыбаки уже тут как тут. Ставят жерлицы, трясут мормышками в надежде заарканить хищника или хотя бы чебака. И даже лужи на льду после оттепели никого не смущают. Воистину, охота пуще неволи. Пенсионер Геннадий всегда открывает сезон в первых числах ноября. А сейчас, говорит, и подавно бояться нечего. Как только встанет лед, уже идем. 3 сантиметра уже можно выходить на лед. Он держит уже. Самый первый лед – это как сталь. Держит хорошо, потрескивает, даже прогибается. И ходишь по льду – прогибается, а держать хорошо держит. Спасатели не рекомендуют испытывать судьбу на тонком льду. Тем более, что с начала сезона он уже унес жизни 4 жителей края, в том числе одного ребенка. Однако, по мнению инспекторов ГИМС, на барнаульских водоемах тонкого льда почти не осталось. Есть он только вблизи промоин. От них-то и надо держаться подальше. А так, покров рек и озер уже достиг 20-30 сантиметров и безопасен. Главное, чтобы оттепель не продлилась. Находясь здесь, на льду реки, понимаешь, за что рыбаки любят свое хобби. А любят они его вот за такие трофеи. Единственное условие, которое сейчас в погоне за рыбой не должны нарушать люди, это не скапливаться на одном пятачке, пусть даже только на нем и клюет. По правилам, на ловца должно приходиться не меньше 5 квадратных метров. А если вы приехали на пруд или реку на транспорте, то его место на берегу. Причем это касается и снегоходов. Прописные истины рыболовам сегодня в очередной раз напомнили инспекторы ГИМС, вручив листовки. Расскажите друзьям, товарищам. Самое главное, чтобы на лед не выезжали на машинах. Есть постановление администрации Алтайского края от 10 июля 2007 года, в
котором есть, значит, статья 9.14, в которой написано, что выезд транспортных средств на лед за пределами организованных и прошедших освидетельственных ледовых переправ на территории Алтайского края запрещен. То есть нигде на лед выезжать нельзя. В листовках, которые подготовили в инспекции по маломерным судам, говорится и о штрафе за нарушение запрета. Сейчас он доходит до 10 тысяч рублей. Впрочем, если судить по рыбакам, которые оккупировали Обской лед, с дисциплиной и знаниями у них все в порядке. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город». На ТНТ продолжается конкурс «Как я смотрю сериал «Девчонки». Сделайте креативное фото на тему «Как, где и с кем вы смотрите сериал «Девчонки». Загрузите фото в альбом конкурса в группе ТНТ «Барнаул ВКонтакте». Если оно окажется самым интересным и необычным, вы получите брендированные призы от ТНТ. Каждую неделю будет объявляться один победитель. Его фото появится в эфире ТНТ, а также в группе ТНТ «Барнаул ВКонтакте». Определился победитель первой недели конкурса. Им стала Алина Цыганкова. Ну а мы продолжаем наш конкурс про цирк. В розыгрыш остался последний билет на цирковое представление. Итак, новый вопрос. Как между артистами цирка принято называть ведущего представления? Ответы присылайте на адрес нашей электронной почты citynews@alt.ru. Билет на цирковое представление получит первый, правильно ответивший на вопрос. Тайна рождения Михаила Калашникова раскрыта почти век спустя. Новые факты из жизни нашего знаменитого земляка стали известны благодаря писателю Анатолию Муравлеву. Об этом он рассказал сегодня на презентации своей книги, посвященной легендарному конструктору. Михаил Калашников – легендарный конструктор, чей автомат признан изобретением века. Герой третьей книги серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Автор, писатель и журналист Анатолий Муравлев работал над изданием 35 лет. За это время ему удалось осветить немало темных пятен из жизни нашего земляка. Я обнаружил в Алтайском государственном архиве метрическую запись Знаменской церкви Курьи о том, что Михаил Тимофеевич родился не 10 ноября 1919 года, как пишется во всех энциклопедиях, справочниках, а если говорить в современном летоисчислении, 3 марта 1917 года. А еще Михаил Тимофеевич был скорее 10-м ребенком в семье, а не 15-м. И закончил профессор-академик всего 4, а не 9 школьных классов. Книга стала сборником историй друзей, коллег и родственников Калашникова. Здесь впервые опубликовали воспоминания его вдовы Фариды Узбаковны. Для родственников эта книга – возможность рассказать о своем Михаиле Тимофеевиче. Был добрым. Добрым, тот я запомнил, сидел на коленках у него, был добрым. Ну, детей он любил, конечно. Благодаря этой книге я буду уверена, что я узнаю его лучше. Книгу тиражом в 2500 экземпляров разошлют в библиотеке края. В этом году Михаил Калашников стал уже третьим героем издания из серии «Алтай. Судьба. Эпоха». Катерина Гаськова, Анастасия Дороган и Александр Антропов. Информационный канал «Город». Алтай-баскет расстался с мечтой о новом трофее. Турнир, в котором на кону стоит Кубок страны, продолжится без барнаульской команды. Отрицательный итог был зафиксирован в Перми в матче против местной Пармы. С подробностями этой встречи и другими новостями из мира спорта мой коллега Кирилл Политов. Без кубка. Алтай-баскет проиграл и вторую серию противостояния с пермской Пармой. До этого подопечные Михаила Терехова также были биты на домашнем паркете. Тогда гости оформили победу с разгромными 106-66. И вновь, как и в Барнауле, Парма буквально разорвала защитные редуты гостей. Преимущество на площадке отражает и счет на табло 110-72. Теперь Алтай-баскет может не разрываться на два фронта – кубковые игры и игры чемпионата. 1 декабря дома принимают «Волков» из Тамбова. Попались под руку. Хоккейная общественность обсуждает эпизод с участием игрока клуба «Алтай». На последних секундах выездного матча против Саранской Мордовии Владимир Соболев избил клюшкой ворота. Каркас устоял и даже не погнулся, а вот орудие труда Владимира вышло из строя. Такая бурная реакция произошла после третьего пропущенного. При счете 2-1 в пользу хозяев главный тренер «Алтая» попытался спасти игру и заменил голкипера на 6-го полевого. В результате ту самую третью шайбу гости забивали уже в пустые ворота. Барнаульские болельщики предложили Соболеву так вести себя с соперниками. Кирилл Политов, информационный канал «Город». О погоде на завтра. Синоптики обещают снег, западный порывистый ветер, температура ночью минус 4-6, днем 0-2. До встречи!